Глава службы разведки и безопасности Нидерландов Онна Айкелсхайм назвал главное разведывательное управление, ГРУ, одним из лучших в мире. Российские спецслужбы он считает настоящей угрозой. Айкелсхайм признался, что не любит рейтинги, но не стал спорить с тем, что ГРУ находится на верхних позициях в этой сфере, сообщает агентство Nation News. Это заявление произошло после того, как Нидерланды выслали 4 россиян из-за кибератак на организацию по запрещению химического оружия, а также попыток получить доступ к расследованию крушения БНГ над Донбассом в 2014 году. Глава Минобороны Нидерландов Ан Бюйлевельд тогда заявила, что при себе россияне имели дипломатические паспорта. Позже были обнародованы их имена и фотографии. Подозреваемых называли российскими военными разведчиками, пишет Lenta.ru. По версии американской стороны, высланные из Нидерландов россияне – это сотрудники Главного управления Генерального штаба России, бывшая ГРУ. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.